Приветствую вас на нашем канале Ретроцикл, меня зовут Юрок, и сегодня мы рассмотрим мотоцикл Иш Юпитер 3, который вот только что был изготовлен в нашей мастерской и ждет своего момента вручения к заказчику. У нас не так много времени, поэтому мы сделаем короткий обзор на этот мотоцикл, я расскажу, что мы с ним как обычно сделали, и погнали! Мотоцикл Иш Юпитер 3 в нашей мастерской довольно частый гость. Это интересная модель, которая была в Советском Союзе очень сильно распространена. Их очень часто использовали с боковым прицепом, собственно, который вы здесь видите. Все, что мы с ним сделали, это по стандарту разобрали его полностью, отпескаструли все необходимые детали, покрасили раму несущей горшками порошковой краской, отхромировали все, что можно было отхромировать. Покрасили базы под лак, все видимые красивые элементы, нанесли лицировки, сделали новую обшивку сидений коляски, также перешили сиденье водительское, отхромировали глушители, также мы полностью перебрали двигатель, заменили в нем подшипники, сальники, коленвалы, шестерни коробки передач, сцепления, все расходники. От стекла стругли все алюминиевые детали, собрали это воедино на новый поршневой. Двигатель работает шикарно, без нареканий, отлично набирает обороты и отлично их сбрасывает. Мотор также обкатан, и мотоцикл готов к тому, чтобы ездить на нем. Если вы хотите заказать подобный мотоцикл, смело обращайтесь по контактам, которые даны в описании. С вами был Юрок, я желаю всем промо-здоров.